Итак, мой следующий отчет. Это зашли сегодня, 23 января, на восьмой день. Появились вот первые всходы катарантуса, сорт вулкан. Некоторые с утра, которые взошли, росточки уже достаточно большие. Вот они, еще два больших всхода. Некоторые еще только совсем-совсем всходят. Да, они взошли у меня на восьмой день. Проветривала я их раз в день минут по 15-20. Так все время они стояли закрыты крышечкой. На данный момент я их буду открывать побольше, почаще, надольше, чтобы они привыкали к комнатной температуре. Но пока они еще не достают до верха крышечки, нужно их держать еще в тепличке. И при первых всходах можно выставлять на ярко освещенное место.